В ожидании чудес малыши от 2 до 9 лет пришли в мастерскую Деда Мороза, которая расположилась в игровой детской библиотеке. До главного зимнего праздника еще есть время, но подготовиться к нему нужно заранее. Ребята под руководством библиотекаря Натальи Юрченко делают елочные игрушки, открытки, бумажные гирлянды. Наталье, как молодой маме двоих сыновей, по душе творить с детьми волшебство. Такой кружок, именно мастерскую Деда Мороза, идея возникла у нашего директора Колодезниковой Ирины Гавриловны. Так как в преддверии Нового года хочется детям чувствовать уже праздник. Кружок открылся 16 ноября, перед днем рождения Деда Мороза, чтобы до Нового года дети успели сделать целую коллекцию поделок. Здесь ребята знакомятся с различными вариантами оформления, интересными декоративными приемами. Для мастерской организаторы приобрели различные материалы и декор для поделок. Благодаря таким кружкам дети с самого раннего возраста понимают, что библиотека – это место, где можно узнать много нужного, интересного и полезного. Я делаю венок, украшенный мишурой и мандаринками, и шишечками. Каждому хочется, чтобы сувениры были самыми красивыми и оригинальными, ведь поделки будут отобраны для выставки, а лучшие отмечены призами. Остальные дети заберут домой, чтобы украсить свою домашнюю зеленую красавицу. Я подарю эту коробочку маме, я буду туда уложить конфеты, и мама узнает только под Новый год, когда положу под елочку. А совсем скоро ребята приступят к написанию писем Деду Морозу, которые у себя дома положат под елочку. Этого момента все ждут с большим нетерпением, как и самого праздника. Мария Винокурова, Хандыга, специально для программы «Новый день».